группа А начинает парень. Всем привет! Всем привет! Скоро уже плей-офф. Совсем скоро стадия плей-офф, и очень важно сейчас максимально собраться и одно очко для своей команды заработать. Ну, вы понимаете, да, прекрасно, насколько сейчас это очко может повлиять на выход команды. Конечно. Понимаем, Карен. Да, но Родина Медиа уже там. Родина Медиа, кстати, начинает первое. Начинает первое. Да, поздравляю тебя с этим. Давайте! Ребята! С этим решением мы идем сверху вниз по турнирной таблице. У нас 4 зоны. Первая зона — это змейка. Все звучит просто. Дальше здесь левша ты или правша. Все для вашего удобства. Есть ворота слева, есть ворота справа. 5 попыток. Нужно забить хотя бы один мяч в ворота. В эти маленькие ворота. 5 попыток. Если ты не забиваешь ни одного мяча в ворота, то ты просто потратил время. Третья зона – это перепасовка с партнером. Необходимо обратить внимание, что эти конусы сделали 4 коридора. Нужно, чтобы мяч прошел через эти 4 коридора, через перепасовку с партнером. Если вы не попадаете в коридор, это плюс 2 к вашему общему времени. Мы идем на общее время, да? Кто пройдет это все быстрее всех, тот и заработает одно очко. И последняя зона – это удар по воротам. 2 касания есть на удар, ты принимаешь мяч от партнера и бьешь по воротам. Девятки – это минус 10 секунд, нижние углы – это минус 5 секунд, попал по центру – минус 1 секунда. Не попал вообще – ну, ты Эйтон. Просто ничего не происходит, я имею в виду. Но, как только ты бьешь, твой партнер, с которым ты перепасовывался, уже возвращается сюда, и он то же самое проходит. И ты ему здесь уже на коридорчиках помогаешь. Вопросы? Родина! Родина! Спортгейт – сервис бесплатного подбора и бронирования любых спортивных площадок. Участвую в розыгрыше призов от МФЛ и Спортгейт. Подробности на sportgate.ru/MFL. Родина Медиа начинает первое, Кирилл Бирюков стартует. Важное уточнение. Змейка, ты с нее начинаешь. Если вдруг здесь ошибка, то мы не оштрафуем за змейку, ты сам возвращаешься назад, и змейку нужно пройти чисто. Сложная зона самая – это коридор. Там, где нужно с партнером перепасовываться, мы отметили вот эти зоны, за которые нельзя заступать. И если ты заступаешь больше, чем на метр, первый раз – предупреждение, второй раз – плюс 2 секунды к твоему общему времени. Угу. Вроде все понятно. Да. Стартуем. Ура. Как думаете, сколько людей попадет в ворота? Я думаю, 2,5 меньше. Ну, я имею в виду 5 и 9. Вот. Ну, я думаю, 2,5 меньше точно. Никита Киселев, Брок Бойс, вы начинаете. Тогда вы взяли челлендж. Очень сложный. Да, это, возможно, еще сложнее. Сейчас мы это еще возьмем. Ты готов? Да. И вам свое очко увести целым. Тогда полетели. Все? Как только коснешься. Так. Пошли смотреть за... Не попал. Вторая попытка, наконец, попадает. Блять, здесь, походу, будет быстрее. С половиной. Молодцы. Ну не попали. Труднее, наверное, всего попасть, да? Готов. Касаешься мяча спустя время. Держи.
Давайте, если в комментариях сейчас подписчики напишут лонгшоты, ну, Левшук нужен на лонгшотах. Все хотят это видеть. Потому что я славлюсь тем, что хорошо их бью. Может быть, Лига добавит еще один челлендж с лонгшотами, я приду. Вместе с Васей можем 2 на 2, в принципе, добавить. Напишите в комментариях, хотели ли вы видеть лонгшоты в Лиге. Обычные с радиусом, вот эти, которые самые читерные. Было бы прикольно, как мне кажется. Ой. Не зона, да? Не зона была. Вообще. Что вы думаете об этом челлендже? Нравится ли вообще он вам? Вы думаете, он с этим, с секундомером сидит? Он с калькулятором сидит, вычитает вашу зарплату. Тогда по твоей готовности. А тратит время, конечно, блин, просто пасик. Их спасет девятка. Нормально, метр можно. Называйте меня Карен Полиглот. Матеус? Я. Фейл? I don't speak English. Cool, sexy, что еще? You will start one more time. Okay? Да, okay. Пойти, я именно англичанин. Okay. Hard challenge? Okay. It's hard? No. For you? No, easy. How are you? Андрей. Разговор не клеится, да? Give me, please. One. Thousand. А, difficile? Difficile? Да. Poquito. Poquito. Немножко сложно. Ебать, я тебе говорю, я знаю португальский. Я вообще, называйте меня Карен Полиглот. No? Окей. Говорит, вопросов нет. Роналдиньо or Роналдо? Роналдиньо? Yeah. Роналдо Луис Назарио де Лима. Роналдиньо? Барселона. Барселона. Роналду also played in Barcelona. Ronaldinho foi melhor. Melhor? Eu убрал Ronaldinho, só tenho защиту. Pelé ou Ronaldinho? Ronaldinho. Go. Два, еще раз туда! Эй, дуй тако! Как там? Нормально, время тебе. Побежал! Take care!
сейчас девяточка может все поменять. Как только коснешься, время запустится. Готов? Давай, за десятку. Готов? За тенор. У меня предупреждение, у тебя с той стороны предупреждение, да? Значит, у них минус 3. И что-то еще было? Конусы. Один конус. Да, 2 секунды. Получает еще 2 секунды. Ага. Минус 1 секунда отсюда. Марат, еще он сказал то, что он желает нам, чтобы мы не выиграли. Вот чего стоит 8 лет нашего общения с ним, да, Алекс? Я уже за урод не играю. А друзья, Алекс. А ты сам говори. Я же друг твой. Я ничего говорю. Вот когда ты играешь за Родину, я же победы желаю вам. Не прибить меня. Пусть я сам, ты говори, а я ничего говорю, Сань. У меня Родина есть, бро. Как только коснешься, время пойдет. Хорош. Спокойно. Есть два, если что. Если неудобно, есть два. Браво. Красавцы. Спокойно, два. Давай. Хорош. И девятка нужна. Лишняя Хорошо. Артисты. Еще верни, еще раз ему верни. Первый коридор, давай. Давай. Сука, говно, блядь. Чё это? Мария. Я реально извиняюсь за эти эмоции, но я не против болею, я за свои болею. Нет, твою закончили. Ты вполне болел против. Дай руку. Ну просто руку, да? Может, беги его просто. Чего там? Бля, у него тахикардия, ребят, вызовите скорую. Барби. Ну, брат, давай, дайте тебе. Ну что, ребятки, медийный футбол, медиалига. Подписываемся на мой телеграм-канал Саня Цвет Медиа. Сейчас у меня 740 подписчиков. Идем к 1000. Все, готовы. Заряжай. Бля, если Рома выиграет, десятку даю, базарю. Даю десятку, если Рома выиграет. Пошел нахуй. В первом сезоне я упрашивал Ромчика, чтобы я сходил на челлендж. Но я ни разу не ходил ни в первом сезоне. И во втором еще не был ни разу. Сегодня мой дебют в челленджах в медиалиге. И до этого Рома еще за все сезоны не заработал ни одного балла на челлендже. Посмотрим, что будет сегодня. Сейчас посмотрим. Ага, мимо. Молодец. Тихо, не надо. Попасть!
Ладно, что хочешь сказать, ребятки. Очень приятный челлендж, наверное, один из самых кайфовых, который, в принципе, был. Я смотрел не все, правда, но наслышан. Это реально самый кайфовый. Ну, какая развязочка была, до последнего интрига. Всем спасибо, кто смотрел, ребятки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Медиалиги. И если хотите шоу, зовите Элфокрому и Саня Цвета. На спорте наши поздравления. Они затащили сегодня очко. А перед плей-офф это супер важно. Теперь у вас 11 очков в таблице. Ваши эмоции, парни? Да уже нет эмоций. Да? Не, у них нет, у меня у этого есть человека эмоции. Просто если бы можно было через камеру как-то потрогать сердце, то... В общем, у нас же есть датчики Polar. Я предлагаю на следующий одеть и спросить у Володи вообще, что там происходит. На самом деле, очень важное очко. Спасибо ребятам. То, что... Ну, во-первых, они по банке положили на игре. То есть у них была уверенность. И мы решили выбрать их. И они это доказали в очередной раз, что они в порядке. Вот. Поэтому... Впереди важный матч с «Бей-беги», и там будет, думаю, все решаться уже. Мы вас поздравляем. Удачи дальше. Давайте, красавцы. Спасибо. Ребят, спасибо большое за просмотр. Как вам этот челлендж? Напишите, пожалуйста, в комментариях. По-моему, получилось неплохо. Подписывайтесь обязательно на канал Медийной футбольной лиги. И в завершение хотелось бы еще сказать огромное спасибо «Спортгейт». Это лучший сервис бронирования спортивных площадок как в России, так и в Москве. Мы бронируем спортивные площадки именно там. А также спасибо большое «Сити Футбол» за предоставленный манеж. Всем пока, увидимся.